Здравствуйте, друзья! Сегодня мы научимся разжигать костер правильно. Да. Для этого нам понадобятся вот такие тоненькие веточки, еловые. Желательно. Елка лучше всего горит. Как узнать сухую елку, я вам потом покажу. Дерево должно быть сухое. Берем эти веточки, так наламываем. Самые мелкие. Они лучше всего загораются. Академический способ. То, что покрупнее, откладываем пока. На подсолнце. Вот эти веточки, они загораются даже от одной спички. То есть, если правильно приготовить, то от одной спички костер можно уже сжечь без проблем. Вот так вот кучку собираем. Костер — это же как ребенок, да? Что вы думаете? Ребенка же не будете заводить, не приготовившись. Также и здесь. Сначала место приготовили, кроватку ему, да? Сейчас еду приготовим. Памперсы не обязательно. И все. Так, еще помять. Чтобы загорались лучше. Подстилочку надо сделать. Подстилочку делаем. Костер, чтобы не на снег класть. Потому что сейчас зима еще. Зимой температуры, как сказать, больше надо для розжига температуры. И от снега холод пойдет. И вода, когда таять начнет. Так, еще немножечко. Теперь сверху можно покрупнее уже положить веточки. Причем очень важно, некоторые как делают? Сделали растопку, допустим. Зажигают и ломают потом побольше веточки. А растопка тем временем прогорает. Когда большие веточки готовы, растопка уже сгорела. То есть надо полностью приготовить, чтобы весь процесс шел одновременно. Правильно я говорю? Вот. Все эти веточки приготовим, сломаем.
Некоторые из пихты разжигают, пихта не очень хорошо горит. Елка в разы лучше горит. Пихта, не знаю, почему-то влажная бывает, что ли. Не нравится мне, короче, как она горит. Эти побольше дрова тоже, чтобы они сразу грелись, загорались. Вот такая пирамидка у нас получилась. Да. Спички. Спички у нас вот здесь. Ну что, пробуем с одной спички. Раньше у меня получалось. Сейчас давно уже не разжигал все. На газу, да на газу готовим. Мажоры. Мажоры, да. Ну. Поджигать надо вот там снизу, чтобы они все веточки-то принимались. Прогорает. Не видно. То ли горит, то ли не горит. Нет, дымок идет, огня нет. Теряем квалификацию. Сейчас что-то пошло. Ну ладно, с двух спичек зимой, простите. Вот так вот. Сейчас крупных веток накидаем. И вперед. Ирина, тут воду морозить. Жарко или горячая вода очень. Я как-то воду-то уже не планирую пить. Честно-то, если я уже напилась. Котелочек приготовила, помыла, набила. Как можно было воду в котелочек бросить? Вдруг я попить захочу. Не по-спортивному. Не по-зимнему? Да. Так, это что у нас? Топа. Дрова. А сверху бросай, они уже провалятся сейчас. Надо сверху тоже подбрасывать немножко мелких веток, чтобы они горели и больше объемный был огонь. Сейчас Ирина покажет вам турбонаддув. Вот так вот можно активизировать весь процесс. Раньше дули так, ртом, сейчас вот. До чего дошел прогресс? Прогресс, да, прогресс. Все, пользуйтесь, пожалуйста.